В России ее называют Катя. Катя из Голландии. Родители назвали ее Тинеки, но приняв православие в Ладейнопольском храме святых апостолов Петра и Павла, женщина получила православное имя. Художница Катя Вестерхоф известна не только своими необычными картинами. В ее коллекции есть и другие экспонаты, которые поражают и восхищают зрителя. В этом убедилась Ольга Воложева. Это творчество Кати. Ее живые картины сочетают в себе русскую иконописную традицию и авангард. Но есть в коллекции художницы и то, что она сама считает нечто особенным. Совсем недавно Катя увлеклась росписью яиц. Все образы выполнены на природном материале. Вот это страусиное яйцо. Сначала оно обрабатывается специальным раствором. Это вода, мел и клей из кроличьей кожи. А потом, после основной подготовки, художник приступает к самому искусству. Самое сложное, говорит художница, это писать образы Спасителя. Здесь необходимо особое внутреннее состояние. А ее личное достижение – это 8 архангелов. Они все вместе и представлены здесь, в числе экспонатов. Для меня было самое сложное – собрать образ каждого архангела. Его атрибутику, его лик, его предметы – его поза, его цвета. Самая главная трудность не в этом, а скорее в том, чтобы найти вдохновение. Иногда я даже не знаю, откуда начать. Я начинаю молиться из-за того, что в первую очередь это не просто картина, это не просто творчество, а я стараюсь передать лики, образы через мое творчество. И мне нужна помощь свыше. И вместе у нас это получается. Ее друг и духовник в Голландии, отец Евсевий, говорит, творчество Кати не может не радовать. Она сама светится изнутри, и этот свет передается в ее работах. Можно сказать, это православную красоту, духовную красоту. И мы видим цветы на яйце, например. Там есть два вещи. Там есть новая жизнь, связанная с яйцем. И есть жизнь, которая показывается через этот облик святых, через светлости, можно сказать. Это связано с Пасху. Конечно, мы не можем сказать «Токачу», а мы можем сказать «Это часть ее веры». И это очень красиво. Выставки голландской художницы Кати Вестерхоф ждут в России. Она умеет удивлять, признаются ценители ее творчества. Экспозиция «Лики православной Голландии» – это также и образ русской души. От всей выставки впечатления самые благоприятные. Восхищаюсь я вот таким видением мира, такие необычные картины, краски, эмоции. Все необычное очень. А то, что касается вот яиц пасхальных, тоже все очень нестандартно. Восхищает форма выбранная, форма яйца. Вот, на мой взгляд, яйцо – это что-то вообще-то такая совершенная форма, космическая форма мира вообще, если так можно выразиться.